И всем привет! Вы снова на моем канале. Как вы видите, как я обещала, точнее, я буду снимать обзор на два слайма. Я вообще занимаюсь художественной гимнастикой, и сегодня у нас была там лавка по художественной гимнастике на соревнованиях. Я купила вот эти два слайма. И всегда, наверное, после своих выступлений я буду, наверное, покупать по два слайма и снимать на них обзоры. Итак, тут очень необычные слаймы, как вы видите, этот просто огромный, синий. Я почему-то взяла именно синий, потому что, во-первых, это мой любимый цвет, да и вообще. А это такой Magic Ice Cream, это такое мороженое, я даже не знаю. Оно такого, я не знаю, это упаковка или это такой цвет, но очень интересно. Давайте насчет считалочки, с кого же мы начнем. Эньки-беники, эри-ванильки. В общем, начинаем. Самого интересного. Это Magic Ice Cream. Итак, рассмотрите. В общем, тут ничего такого нету. Просто такая интересная упаковочка, из-за чего я взяла этот слайм. Итак, давайте же начнем. Итак, вот я открыла слайм. Ну, в принципе, тут... Стоп, что это? Вы видите, что это черное? Так, ладно, давайте пока что отложим и приступим к слайму, а потом напишите в комментариях, что это именно, потому что это я руками трогать не собираюсь. А вот это, естественно, так. Давайте его поймем. Кликает он очень приятно, но он немножко какой-то превращенный в резину. Давайте сейчас его вытащим. Итак, в принципе, к рукам он не липнет, но это просто кошмар. Смотрите, он просто похож на резину. Интересно, как он тянется. Очень туго, конечно, тянется, но пахнет он просто идеально. Пахнет прям какой-то клубничным мороженым каким-то, даже не знаю. Конечно, этот слайм я улучшу. То есть добавлю в него всякие крутые ингредиенты, например, пену для бритья. Тогда слайм получится очень прикольный, отпадный и одновременно будет хорошо тянуться. Я вам потом сниму, что же у меня вышло, и поэтому поставьте лайк, если вы этого хотите. Но в принципе слайм очень прикольный, особенно если его улучшить. Итак, давайте уберем этот слайм в коробочку. В принципе, он как раз к этой коробочке и подходит. И закрываем. В конце видео я все-таки посмотрю, что это на упаковке. Или лучше напишите в комментариях. Откладываем и достаем этот слайм. Он называется Перл слайм. Я не помню этот перевод, но, как вы видите, тут есть разные цвета и все прочее. Как я говорила, я взяла именно синий. Так, тут вот такая вот упаковочка. Ну, в принципе, прозрачная, маленькая. И вот такая вот овечка. Она называется Раскал. Ну, в общем, как-то так. Ладно, давайте приступим к самому слайму, а не будем рассматривать коробку. Итак, я открыла слайм, и вот так он выглядит. В принципе, он пахнет тоже очень прикольно. И в отличие от этого слайма, он лучше тянется. И не превращенный в резину. Просто смотрите, какой он отпадный. Кстати, сегодня извините за мое видео, так как я случайно забыла эту подставку, ну как сказать, подставку, и поэтому я сегодня снимаю только с одной рукой. Надеюсь, вы меня простите, потому что ко мне недавно приходили в гости, и у меня уже друзья делят куда-то эту подставку. Поэтому сегодня я сниму с одной рукой, но смотрите, он кликает просто приятно. Просто отпадный слайм. Мне нравятся оба, так как они оба какие-то необычные. Все-таки давайте его достанем. Итак, я достала не весь слайм. Смотрите, он просто отломился. Так вот, давайте все отложим. Все равно большой-большой кусок. Не, ну мне в образе, образно говоря, он даже очень нравится. Так как он очень, очень приятный.
принципе, слайм мне очень понравился. Итак, а теперь подведем итоги. Вот эти вот два очень крутых и необычных слайма мне понравились оба. Правда, у каждого есть свои минусы. У этого, вы сами видели, что у него на крышке. У этого, он, конечно, лучше него тянется, но все-таки его тоже надо улучшить. Кстати, помните мой ниндзя-слайм? Вот что от него осталось. Да, только половина и даже меньше. И знаете почему? Потому что он очень сильно прилипал к рукам и просто не оставалось, как его просто смыть водой. Причем смывается он очень сложно. Поэтому поддержите меня лайком, и может, когда я соберу большую коллекцию слаймов, я разыграю один из слаймов. Кстати, насчет слаймов. Я вам хочу разыграть вот такой вот прикольный слайм. Вы, наверное, его помните, но это очень прикольный слайм, и он с такой прозрачной крышечкой. Пахнет он каким-то яблочным пюре, точно не знаю, но очень приятно. Поэтому я разыграю. А правила конкурса таковы. Вы должны написать 3 любых комментария. Любых причем. И можете выиграть вот такой вот слайм. Поэтому обязательно это сделайте. Наверное, вы, наверное, будете его получать, когда я все-таки наберу 20 подписчиков. Поэтому ждите. Когда они наберутся, я уже начну выдавать все призы. Точнее, этот слайм. Итак, а на этом все. С вами была Милана. И всем пока-пока.